Тут заявлено 7800, залил 7767. Это просто офигенно. Это уровень Xiaomi. Всем привет! Сегодня будем тестировать вот такой пауэрбанк Gerfins. Я не видел никогда таких пауэрбанков. Вот немножко его технические характеристики. 7800. И есть два выхода. Здесь 1 ампер, здесь 2,1 ампер. Ну и фонарик зарядный. Здесь вот такое двойное отверстие для того, чтобы повешать шнурочек какой-то или где-то его подвешать. Ну, в общем, вот такой пауэрбанк. Интересно, насколько они врут. Насколько здесь есть реальных объемов, какая емкость. Так, вот у него мигает одна лампочка последняя. Вот сейчас он отдает последние свои вздохи и тухнет. То есть все, заряжать он уже не может, он разряжен в ноль. Как обычно, будем тестировать вот этим прибором. Здесь сбиваем все значения на ноль. Сейчас мы будем его заряжать, посмотрим, сколько он примет на себя, а потом разряжать. И так мы узнаем реальную его емкость. Так, вот пошла зарядка, и вот 5 вольт, 1 ампер, и пошли считаться первые цифры. Все, посмотрим, сколько он возьмет на себя. Итак, пауэрбанк полностью заряжен, как видите, все горят огоньки. Так, 7767, ну это просто офигенный результат. Вот 9,5 часов заряжался. Тут заявлено 7800, залил 7767. Это просто офигенно. Это уровень Xiaomi и таких дорогих пауэрбанков. То есть заявленное соответствует. Так, ну теперь еще нужно его разрядить и составить тогда полную картину. Сейчас будем его разряжать. Так, сбрасываем значение. Все. И будем потихоньку его разряжать. Пауэрбанк полностью разряжен. Вот его последние значения. 4780. Лампочка периодически тухнет. Ну, то есть он уже все, последнее дает. Но включаешь, лампочка тухнет. То есть 2-3 миллиампера еще где-то у него есть. На самом остаточном. Ну, в принципе, вот уже картина ясная. Вот такая его реальная емкость. 4700, можно сказать 4800, это максимум, потому что последние значения он отдает и немножко оставляет. Лампочка тухнет, опять приходится включать, она опять тухнет. Ну вот так вот. Все, вот как видите, потухло. Опять в очередной раз. Ну вот такие вот показания. Довольно неплохой результат. Все, спасибо за внимание, всем пока.